Часть древнего лесного массива в Солочи, который в народе называется Грачиная роща, перевели под развитие гостиничного комплекса. Это территория между кафе «Лесной бункер» и гостиницей «Паустовский». Об этом нам рассказали местные жители, которые обратились в редакцию по телефону. При этом сохранность лесного массива вызывает сомнения у местных. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города. Пришел письменный ответ, в котором говорится, цитата: «Согласно условиям инвестиционного проекта, на указанном земельном участке необходимо сохранить природный ландшафт и объекты животного и растительного мира. Запрещено возводить объекты капитального строительства и вырубку, повреждения, уничтожение деревьев. Кроме этого, с инвестором заключено дополнительное соглашение, по которому он обязан предоставлять бесплатный проход на территорию комплекса». Конец цитаты. Между тем, в Солочи проходят народные митинги в защиту Грачиной рощи. По документам она «Грачиная дача» от инвестиционного проекта. На митинге приняли решение написать обращение к президенту и главе Следственного комитета Бастрыкину. Сейчас в телеграм-канале «Спасем Грачиную рощу» идет активный сбор подписей против строительства глэмпинга на территории, которая на схеме действующего генплана Рязани обозначена как памятник природы местного значения. Подключились к ситуации и активисты экологического Рязанского альянса. Цитата: «Это место уникальное, и у нас, например, сомнений это не вызывает. Ведь не зря было принято решение городских властей об этом памятнике природы в 2012 году», конец цитаты, пишут в сообществе «Эры». Также в сообществе опубликовали точку зрения инвестора, который сам связался с экологами. По данным экологического альянса, полученного от предпринимателя, глэмпинг планируется в целях развития внутреннего туризма в регионе. Предусматривается с 2029 года. Парк будет благоустроен, доступ к территории днем сохранится для всех. Наша редакция продолжит следить за развитием событий.